В Екатеринбурге набирает обороты выездная диспансеризация, инициированная депутатами медицинской фракции в городской думе по аналогии с выездной вакцинацией, которую они проводили в разгар ковида. Напомню, в начале этого года в 23-й горбольнице прошло выездное заседание медицинской фракции, и тогда врачи посетовали на то, что, мол, где народ наш не очень-то охотно идет на диспансеризацию, а ведь это возможность за бесплатно, то бишь даром, пройти первичное обследование своего организма и на ранней стадии выявить болячки. Депутат медфракции Дмитрий Николаев, дабы не быть голословным, сам прошел диспансеризацию на выезде, ну то есть показал пример населению, как и положено народному избраннику. Будет исследоваться биохимия крови, дыхание легких, артериальное давление, кардиограмма. Это необходимый, так скажем, перечень, да, минимум, который будет проведен. Мы продолжаем опыт выездной диспансеризации. Мною и коллегами из медицинской фракции были организованы выездные станции по диспансеризации в Орджоникидзевском, Кировском и в Чкаловском районах. Очень удобный формат, люди благодарят, потому что можно прийти в удобное для них время и позаботиться о своем здоровье. Я напомню, что в Орджоникидзевском районе при моей поддержке на регулярном основе проходит диспансеризация в торговом центре «Окей» каждый четверг и в поликлинике 23-й городской больницы по субботам. С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис. Позаботьтесь о своем здоровье, пройдите диспансеризацию. Удобный формат для всех, комфортный, чтобы можно было спокойно, в спокойной обстановке пройти диспансеризацию, ну и постараться выявить те или иные заболевания, если они присутствуют у наших жителей. Это удобно, комфортно и во благо наших жителей.